Йо, народ, это снова я, Дилайт, и мы снова говорим о хип-хопе, а точнее о вайтфите, потому что, ну, в основном я продвигаю сейчас новую школу, вот, и сегодня мы поговорим о том, что нас ждет в 2020 году, да, насколько это был крутой год, 19-й я рассказал в прошлом видео, кому интересно, go на мой канал YouTube. Смотрите, 10 минут подведения всех итогов года. А сейчас мы в этом видео будем разговаривать о том, что нас ждет в годе грядущем, а точнее уже наступившем 2020. Вот. Подробно об этом будет опять же на моем канале, куда я приглашаю вас посмотреть, зайти и все это, может быть, даже откомментировать и высказать свои какие-то мнения на этот счет. И я надеюсь, что этот год будет продуктивным. А насколько продуктивным, мы сейчас это обсудим. Итак, что я вам хочу сказать, друзья. Произошел какой-то такой момент, что на нас прям свалился ком информации. Да? Очень много прям на голову бабах и упало, да. Куча информации, помимо трех мастер-классов, которые прошли в Украине, есть еще два замечательных видео обучающих ИСОВА, которые, в общем-то, фундаментально решают вопросы, вопросы базы, да, то есть раньше был вопрос до 2019 года, типа, где взять базу, что они там танцуют, ну, Харлем Шейк, ну, Топро, ну, Тон Вап, ну, там, Миллерак, ну, еще что-то. Ну, а в остальном, да, в остальном, то есть после этих трех мастер-классов у нас почти не осталось никаких сомнений о том, что нужно танцевать, да, то есть какая-то ниша была, пустота это заполнена. Вот, а сейчас... А сейчас еще, кроме того, сделал огромный вклад в это дело замечательный наш друг ИСОВА, который выпустил сначала одну, потом вторую туториал, 50 шагов, а сейчас уже 100 получается, это чем-то напоминает мне мои обучалки, когда я собирал шаги хип-хопа, мы с ним об этом даже говорили в личной беседе, что он делает что-то подобное, что я когда-то раньше делал, вот, и да, на самом деле так и есть, то есть он собирает информацию, он еще общается с оригинальными танцорами, делает туториалы, ну, то есть он очень-очень-очень большой молодец, и для вайтфита сделал очень много и продолжает делать. Так вот, эти две обучалки, 50 шагов это по базе, но там очень много всего интересного. Вторые 50 это больше по вариациям, но это более современное, более лайтфитовое такое, но это круто. На самом деле, к чему я веду? К тому, что сейчас идет период отработки. То есть в ближайшее время вот эта вся лавина информации, которая на нас упала, 100 шагов, плюс мастер-классы, плюс трики, плюс я лично сделал две обучалки, сейчас третью делаю по хэт-трику, по шот-трику и homework session, там все вместе. То есть куча всего есть, что нужно отрабатывать, то есть что нужно сейчас, вот нужно становиться и работать дома, повторять в зале. Много-много ждет нас именно работы, потому что вот есть момент подготовки, а есть момент какой-то, да, сессиона, там, движухи, феста, где видно, что, куда, кто двинулся и так далее. Вот, конечно, должны быть еще какие-то промежуточные точки. Сейчас промежуточными точками, ну, не знаю, что может являться, точнее, знаю, это может быть являться какие-то челленджи, какие-то видосы. То есть вот сейчас наступило время видосов и челленджев. Почему? Потому что ближайшее мероприятие, которое будет с лайтфитом, ну, я не знаю, когда вообще будет. Да, у нас есть планы насчет мая месяца, мы общаемся насчет мая месяца, но выгорит, не выгорит, не получится, не знаю, я пока не знаю. Но даже если получится, если не получится, то это в июне будет аж в Одессе соревнование, и то я не знаю, там не все захотят на соревнованиях участвовать, кто-то чисто по батлам, вот. Но кто чисто по лайтфиту, тому, я думаю, должно быть по барабану, где лишь бы, чтобы было. Вот.
Не уверен, что будет какой-то LightFit презентер, но если будет, я все буду сообщать, ребят. Вот эту рубрику я запустил не зря, я буду сообщать про новости, новости в Украине, планы, идеи, новости даже международные сейчас буду освещать, то есть по LightFit, что где происходит, кто куда поехал и так далее. К чему это я веду? К тому, что нужно делать. То есть ближайшее событие, которое будет, черт знает, когда будет. Поэтому мы, чтобы мы не засохли, да, я сейчас в основном обращаюсь к комьюнити, которая уже чуть-чуть как-то состоялась, да. То есть люди, которые интересуются, которые еще в будущем заинтересуются там, и так далее. Нет, а есть люди, которые уже сейчас занимаются лайтфитом, интересуются. И я вас призываю, давайте сейчас активно начнем что-то делать. Вот, не только у себя там в зале и так далее, но и вывешивать какие-то видосы, какие-то челленджи, какие-то видосы со своей практики. Поддерживать международные челленджи с Нью-Йорка, которые там постоянно, каждую неделю, каждый месяц какие-то новые треки, и все прогоняются по этим трекам, участвуют в челленджах. То есть нам нужно мотивировать друг друга, понимаете? Нам нужно как-то друг другу давать месседж, что «Йоу, чувак, ты не один». Ты не один сам где-то там дома тренируешься или в зале тренируешься со своей группой. Нет, есть и другие, нас много, нас, ну пускай там не тысячи, но десятки, по крайней мере, в Украине уже есть. Давайте будем вывешивать какие-то свои видосы, не стесняться. Между прочим, это очень полезная практика, когда вы вывешиваете свой видос, потом спустя время пересматриваете его и видите свой прогресс, да, может быть, вам и чутку там, ну, как-то не очень приятно, да, что вы когда-то такие были, но на этот момент вам уже по барабану, вы просто поулыбаетесь, посмеетесь, скажете, да, было дело, было такое. То есть видосы, они фиксируют ваш результат, ваш прогресс, даже не так результат, как переход из точки в точку. Видосы, 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 видосы. Вы пересматриваете, и потом, то есть не стоит стесняться, не надо стесняться, что вот я еще не готов или не готова, я потом, я потренируюсь, и потом не надо. Получилось хоть что-нибудь. Делайте видос, выкидывайте сторис. Я буду, кидайте мне на LightFit Ukraine, на страницу. Я буду выкидывать в общий просмотр, чтоб все видели, что движ идет, понимаете? Мы должны передавать эту эстафету друг другу для того, чтобы этот факел не потух, понимаете? То есть я смотрю, что кто-то там что-то сделал, у меня появилась мотивация, я пошел, взял и тоже что-то сделал. Выкинул видос, кто-то другой посмотрел, что я что-то сделал, посмотрел, о, его заинтересовало, это тоже, может, кого-то даже эго зацепило, что у него такое не получается, а может, наоборот, он захотел тоже, искренне порадовался, неважно, какие чувства ведут к этому, но важно то, что есть прогресс, тот посмотрел на того, начал повторять за этим. И вот так, вот так, вот так. Иначе мы сейчас засохнем просто-напросто и потеряемся, непонятно вообще. То есть мы потеряем этот импульс, который прошел. Видите, не получается регулярно устраивать мероприятия каждые 3 месяца и так далее. Кроме того, даже если получалось, то многие из нас занимаются разными стилями, и ну, не у всех получается заниматься только лайтфитом и посещать все события. Если бы они были слишком часто, то, вот как показал Киев, например, было перенасыщение, да, вот после ИСО, после лайтфит Saturday было перенасыщение немножко информации, поэтому ну, люди на Киев уже так на live in dance не очень отреагировали, что подряд. То есть нам нужно сейчас заниматься дома и выкидывать видосы и показывать, что мы есть и что мы двигаемся. Все, мне пора бежать. Peace.